всех приветствую, стою этот, сейчас завел, наверное, больше месяца стоял рулонник, не завелся, какой-то раздолбай, забыл выключить массу, и зарядка телефонов сожрала все это. Вот сейчас хорошо эвакуатором завел на 24 сразу, и поеду мотать, вон он у меня уже пророс, поеду мотать, Синаш. Наш. У нас там скошено, но видео, наверное, будет, посмотрите, что там у нас скошено. Здесь вроде все окей, хоккей. Так, здесь у нас 1233, масло есть, обмотка стоит у нас, нитка, шпагат на этот, на Синаш пойдет. Там, в принципе, сетка не нужна. У меня осталась где-то одна. А, не закрыл. Сейчас закрою как раз. И накачаю на бычке. Колесо чуть попозже поеду. Так, ради все нормально. Этот солярку я залил. Завелся, пускай потарабанит, чтобы как бы это... Аккумуляторы маленько зарядились, не знаю, хватит или не хватит. Сейчас пойду колесо подкачаю, надо на бычке делать. Ладно, смотрите, как будем мотать сейчас Синаш. Так, итак, мы в поле. Сильный ветер, даже волки раскидывает. Вот такие рулоны получаются, но я остановлюсь, потом покажу, сейчас сам процесс. Мотания неплохие, но пересохшие, то есть получится такой суховатый Синаш. Мне не очень он нравится, лучше уж сила. Ну посмотрим, хоть такой и то есть уже. Ладно, едем мы на сейчас, наверное, на третий повышенный. Сильно не еду, стараюсь ниже подбирать. То есть подкидывает мне в спину земельки, но это из-за того, что слишком низко опущен подборщик. И вот я, когда еду, поджимаю камеру, потому что здесь нету механических защелок для камеры. Ну вот у нас сработал зумер. Сейчас подыму маленько. Вот я держу до тех пор, пока удочки, вот, блин, падла, переключилась, и придется глушить. Придется вылезти и вам показать. Так, одна удочка зацепила, но это пошел шпагат наш каменский, не очень хороший. Вот так дует у нас. Ладно, дальше, вот сейчас у меня удочки пошли. И одна не подает туда шпагат. Пришлось мне вылезти и подкинуть. А, его оборвало. Его оборвало прямо здесь. То есть это геморройно будет мне протащить. Сейчас попробую. Так, ладно, сейчас придется домотать. Чтоб удочки вылезли. И попробую туда вдеть шпагат, что на данном прессе проблематично. Так. Thank you.
надо будет какую-нибудь палочку, выручалочку. Посмотрим, в баке у нас есть. Есть, но вряд ли она туда залезет. Ладно, сейчас будем попробуем. Так, ну вот эти вот штанги я называю удочками. И вот, блин, проделал одноруки неправильно. Придется вытаскивать, заново продевать. Как продеваю? Вот с помощью такой палочки. То есть засовываю ее отсюда до конца, привязываю на конец шпагат, просовываю ее туда до конца и вытаскиваю. Как бы наиболее такой простой способ. Ладно, показал. Продел. Ну все, я продел как положено, то есть шпагат здесь и здесь. Так. А когда штанги вот эти сойдутся сюда, то есть я нажимаю на кнопку, и редуктор поворачивает ролик с этими штангами, удочками, до сюда. И держу кнопку, как только нитку не подхватит рулон. Как только начинают штанги расходиться, вот так вот, я отпускаю кнопку, и у меня он доматывает сам. То есть принудительно рулон крутит редуктор. Я кнопку не постоянно держу. Так, ну что, сейчас еще раз пробуем. Вот со шпагатом еще такая вот, блин, бывает канитель. Вот опять вторую не подхватил. Блин, ну это... это гребаный каменский шпагат. Может, я край сильно длинный оставил. Вот так потащил, но редуктор не крутит на месте и не проворачивает только в середине. И мне надо нажать на кнопку, чтобы штанги начали, редуктор подхватил, и штанги начали расходиться. Вот все, они начали расходиться. Я опускаю кнопку. И он доматывает самостоятельно. Но опять не обрезал нас. Это жесть. Теперь нож его не обрезал. Это я говорю, это лучше покупайте какой-нибудь флэк с фигекс. О, сейчас оборвал, пока я лез. Качественный шпагат берите, потому что с этим, бля, одна пляска. Я же заводить. Открывать. Хочу показать, какой рулон. Из-за этого вот такая пляска вот. Ну не из-за этого, шпагат, конечно, мозги парит. Вот у меня. Я прижал принудительно, чтобы манометр более-менее вышел на зеленую. Ну вот такие вот рулоны выходят. Видно, что это все зеленое. Он, конечно, пересохший. Но что делать? Так что как-то вот так. Вот он середину перемотал. А так более-менее все нормально. Ладно. Поедем сейчас. Вон трава, отава. Загляденье. Жалко, прям вот куски остаются, что не пригребли. Хоть маленько. Вот она, почти сухая. Вот. Денек бы солнышко, и было бы сено. Не сено, а просто. Бим, ты поедешь, нет? Бомба. Ладно, поедем. Бим не хочет.
Так, ну еще раз покажу сам процесс, то есть как работает подборщик. Вот такие волки у нас, в основном клевер. Это жесть. Сейчас, если я буду еще пару рулонов, эта нитка будет мне мозги парить, я переключусь на сетку. Охренеть. И каждый рулон. Жесть. Да, и почему-то он зажат сильно. Я лоханулся. Показываю почему. Потому что я ее продел, не продел в петлю. Так, ну проверим. Я виноват, нет? Сейчас маленько докрутим. Ух ты! Долго не мотал шпагатом, так что такие косячки присутствуют. Так, берем, повторно нажимая обмотку. Второе не зацепило. Это гребаный каменский шпагат. Еще раз включаю. Одно. Жесть. Так и 20 не намотаем рулонов, да, Бимсон? Охренеть. Так. И не взводится, и не срабатывает. Они что ли?
уж. Или он вообще не взводится. Да вроде все одинаково. Сейчас будем еще раз обматывать. У нас будет рулон, блядь, как в сетке. Поближе. Подойду, посмотрю. Все в фокус. Сейчас покажу рулон, вот сколько я его обмотал. Сейчас буду париться дальше, не пойму, почему этот нож так плохо обрезает. А вот такие вот рулоны получаются, все зелененькие больше. Они, наверное, там влажность процентов 10-15. Ну ладно, сейчас буду мучиться дальше, посмотрим, что будет.